Деревянные колодцы шурфа, которым туристы до недавно еще опускались в шахту. На сегодняшний день... Кто повыше, будьте осторожны. Вот, обратите внимание на красивую инструкцию. Приехала из Венгрии, мы слушали легенду, привезла с собой опытных горняков, транспорт также. А вот эти колеса железные, заржавелые. Это чисто белые сухие.
бочки. Патерностер, в переводе «Отче наш», как бы молились, да, почему такое название? И поршнями вода выталкивалась наверх, да, и таким образом, такими насосами воду поднимали на первый горизонт, и с первого горизонта... в наших магазинах, так что там если ваш крафтовый дедушка работал в этой шахте, то его программы работали по сегодняшний день. Мы, конечно, открыли маршрут туристический, было много иностранных туристов, так что начали принимать чужих, как мы говорим, да, экскурсоводов. Значит, на поверхности еще было, вообще мы увидели с вами три часовни на маршруте туристическом. Это часовня Святого Распятия с 19 века. И на входе также красивая деревянная цветная фигура Божьей Матери с ребенком с 17 века. Так что дерево очень хорошо сохраняется в семенных шахтах вместе также. Jedes schon das Vienas Matras. Dabar žemyn ir leidžiamės. Dar giliau.
Тележки с солью сами от тяжести опускались вниз. Легкие с помощью этих барабанов на противовес поднимали наверх. Грузили, опускали и потом транспортировали к ближайшему. Ой, швесочно. Которые опускали вниз в шахту, перед спуском их промачивали в соляной воде, чтобы все мушки, букашки, да, все, это вулканичную пыль. Да, вот кто может быть сюда, да? Вот, я там побежала. Вначале не так, как мы, была совсем другая, маршрут совсем другой. Значит, у нас такой соли оранжевой нету. Значит, такая соль скалы оранжевого цвета находится там, в Норберг. Spaudingai šitą šitą. Spaudingai.
Так, да, да. Я так. Папа, я уже